нашій студії сьогодні завітала Ірина Нагорна, майстер виробничого навчання Миколаївського професійного ліцею торгівлі та ресторанного сервісу. Доброго ранку! Доброе утро! Сегодня я расскажу, как готовятся блинчики, и покажу несколько способов их складывания. Угу. Ну, я бачу, що один приклад вже млинців складених є, але я бачу, що вони незвичайні, вони різнокольорові. Да. Все это природные цвета. Значит, зеленый цвет мы достигаем путем смешивания блинной массы с соком листьев шпината. Угу. Вот розовые блинчики у нас получаются благодаря соку свеклы. А червоні? Вот это червоне. Ага. Вот, да. Вот этот такой, вот как называется сейчас новый в тренде, пудровый цвет. Тоже сок свеклы, только гораздо меньшей концентрации. В разных пропорциях. Да. И желтые блинчики – это куркума. Угу. А ось сік з натуральних матеріалів, які ми додаємо до маси млинцевої, він не впливає на смак? Ні. Він навіть улучшає вкус. Угу. Хотілося б дізнатися від вас секрет, як зробити такі гарні млинці, невеличкий рецепт для наших телеглядачів. Ну, для начала ми просіюємо муку. На пол-літра молока ми беремо 150 грам муки, 3 яйця, 2 столових ложки сахара, щепотку солі. И при помощи миксера мы делаем блинную массу. Миксер разбивает комочки, и, соответственно, наша масса получается однородной, красивой, без комков. Ну, а затем мы разливаем в плошки и добавляем уже сок, который мы считаем нам необходим. Сегодня я покажу несколько способов складывания блинчиков. Ну, самый простой способ – это блинчик складываем вчетверо. То есть это самый простой. Дальше. Блинчик трубочкой. Для этого мы берем начинку. Какую начинку мы сегодня? Творожная масса, самая обыкновенная. Сюда можно добавлять изюм при желании. Итак, мы делаем трубочку. Закручиваем. У нас получилась трубочка с открытыми концами. Да? Дальше. Есть такой еще способ у нас. Складывание это веер. Вот собирая вот так вот таким образом блинчик, мы можем вот так вот выложить его на тарелку. Но для того, чтобы наш веер не расплылся, мы зафиксируем шпажкой. Таким образом можно подать блинчик с любой фруктой, то ли клубника, то ли малина. И вот на конце данной шпажки тоже можно в качестве подвески использовать фрукту. Дальше. Есть такой вот способ складывания блинчика в виде треугольника. Вот сейчас. У нас же есть невеличкий треугольничек, который мы без начинки робили. Да, а сейчас мы сделаем с начинкой. Так. В народе он еще называется бендерик. Ага. И вот так трикутничками. Да. И вот у нас вот этот лишний краешек мы закладываем. И так начинка не выпадет из нашего млинца. Никогда. Так. Еще один способ. Боже, сколько же вы их знаете, этих способов? Очень много. Еще один способ. Тоже с икрой. Угу. Вообще, с икрой блинчики – это просто блаженство. Я думаю, що наші телеглядачі просто зараз вже біжать на кухню для того, щоб зробити млинчик з кав'ярчиком. А вот этот вот, сейчас я сделаю, это двойной треугольник. Угу. Складаємо спочатку у трапецію, і потім вже з трапецією робимо трикутник. Да. Вот так. Есть еще один интересный способ складывания блинчика. Это в виде розочки. Я специально оставила для этого красный цвет. Тут у нас будет справжня млинцева троянда. Да. О! Відрізали. Да. Потім ще краєчки. Здесь, да. Тільки один краєчок ми розрізаємо. Да. Мы ничего не выбрасываем. И вот данный уголочек мы будем использовать как серединку для розочки. Угу. Прижимать не нужно. Розочка должна мы быть... Мы просто закручиваем. Просто закручиваем произвольно, вот, делая вот... Угу. И трошки відхиляємо краечки. И трошки відхиляємо, да. Вот такая вот розочка. А фиксировать такую розочку необходимо?
чтобы она будет сама она будет сама держаться, да. Угу. Если вы еще, допустим, сделаете желтую, еще любого другого цвета, они будут друг друга придерживать и не распадутся. Ну, вот. Ну, собственно, вот такие вот способы складывания блинчиков есть у нас. Что хочу сказать, вот у некоторых хозяек бывают, возникают такие проблемы с прилипанием блинчиков к сковороде. Ой, вот. Есть такие проблемы. Да. Так вот, чтобы избежать данной ситуации, неприятной ситуации, нужно знать некоторые правила. Первое правило – приобретите хорошую сковородку, обязательно с утолщенным дном. Либо это может быть обыкновенная чугунная сковородка. И жарьте на ней только блинчики. Ни в коем случае... сковородка має залишатися тільки для млинців. Да. Дальше. Обязательно придерживайтесь рецептуры. От рецептуры отходить ни в коем случае нельзя. Если там написано 4 яйца, значит, они должны быть 4 яйца. Но и нельзя действовать по принципу, что кашу маслом не испортишь, потому что иногда испортишь все же. Если, например, вместо 2 столовых ложек сахара вы положите 4 ложки, у вас блинчик тоже пристанет, и вместо того, чтобы он был румяным, он у вас будет гореть нещадно на сковороде. То есть цукор впливает не только на какие-то смаковые конечно, он карамелизуется и приобретает блинчик, не успев еще дожариться, приобретает ужасный черный цвет. Вот. Ну и обязательно просеивайте муку, потому что мука обогащается кислородом, и ваше тесто будет пышным, красивым, однородным. Хотелось бы еще задать вам питание, яке, я думаю, турбує наших телеглядачів, господинь, які будуть сьогодні вже готувати такі кольорові млинці. Ось ми дізналися, для того, щоб зробити червоний, рожевий, зелений колір, жовтий, а для інших кольорів є якісь ще природні інгредієнти, які ми можемо додати до млинцевої маси і отримати дійсно гарний яскравий колір. Да, ви можете использовать какао, наприклад. И это будут шоколадные блинчики. Да, это будут шоколадные блинчики. Вы можете наливать, например, на сковородку какао вместе с обыкновенной смесью, и тогда он у вас получится как зебра. Это тоже интересный вариант. Вот. Ну и хотела еще сказать два слова о начинках. В данном случае, вот в конкретном случае, я использовала фарш из мяса курицы с добавлением пассированного лука. Существует еще масса других начинок. Это и фруктовые, например, уваренные до готовности яблоки, бананы и корица. То есть свежие яблочко мы не кладем до млинців, мы их спочатку подготовим. А когда мы их уварим и добавим корицу или ваниль, ну, вкус и аромат будут гораздо лучше. Угу. Можно использовать творожную начинку, можно использовать вот икру, как я сегодня использовала. А щодо м'ясної начинки, мы використовуємо тільки курячий фарш, чи, можливо, інші інгредієнти? Мы можем использовать любую мясную начинку. Это и говядина, это и телятина, это и свинина. Все, что есть у вас под рукой. А ось до фаршу, що ми додаємо для того, щоб покращити смак? Чтобы саме улучшить вкус. Вкус фарша мы обязательно добавляем пассированный до золотистого цвета, нарезанный мелким кубиком лук. Но есть еще такая особенность куриного фарша, его еще лучше усилит пассированные грибы, шампиньоны. Mm-hmm. Это тоже очень вкусно и такой пикантный вкус, необычный. Що ж, дякую вам. Я думаю, що сьогодні дійсно млинцевий буде день у наших телеглядачів. А вам, наші дорогі, я нагадую, що сьогодні секретом випікання таких чудових кольорових млинців, а також майстер-клас по їх складанню, нам надавала Ірина Нагорна, майстер виробничого навчання Миколаївського професійного ліцею торгівлі та ресторанного сервісу.